Всем привет! Пожалуйста, поставьте лайк на это видео, а то эта подписка на меня идет. Держи по башке, понял? Будешь знать. Что? Они все поставят лайк, и мы выиграем эту подписку. Не-не-не, друзья, еще подпишитесь на канал, пожалуйста, я пошутил. А, пошутил? Ну ладно. Сегодня у меня очень классная подборочка. Это из этих вот крутых игр. Вы представьте, сколько их много. Но. Я буду закрывать глаза прямо сейчас и буду тыкать в любую игру и буду в нее заходить. И как вы думаете, какую я зайду в первый раз? С первой игры давайте посмотрим. И бам! Так, я зашел. А, подожди, я не зашел. И бам! И бам! Том за золото! Офигеть! Давайте сыграем. Давайте сыграем. Я не знаю, сколько мы игр сыграем в общем, но будем именно таким способом выбирать игры. У нас же очень много игр на планшете. Вы забыли? Поехали! Let's go! Пау! Прыгай. Ой, сколько слитков. Ой-ой-ой. Прям очень много слитков золота. Это довольно-таки интересно. Довольно-таки реально интересно. Так, вниз. Хорошо. Налево, направо, налево, налево. Вообще, на самом деле, Том за золото очень такая, знаете, непринужденная игра, да? То есть ты бегаешь и все. Ты больше ничего не делаешь. Собираешь просто золотишку. Это очень классно, это очень, знаете, прикольно. На расслабоне, как говорится. Так. Да, у нас сегодня такой вот фри день. В каком плане фри? То есть, как бы, простой день, да? В том плане, что мы не выбираем, какую игру будем играть, мы будем просто методом тыком выбирать, и все. Я думаю, ваша любимая игра на экране, в котором Том был, да, попадется именно моему пальцу. Ладно, так. Том за золото, ну, в принципе, эта игра очень знаменитая. Мне кажется, уже многие ее кто играл, правильно? Напишите комментарий, кто играл. Ой, заглушилось как. Прикольно. Одели масочку, точнее, каску, и сразу все заглушилось. Это очень интересно. Так, хорошо. Хорошо. Воу-воу, тихо. И бам! Ладно, давай мы врежемся в этот стол, потому что я могу всю вечность играть. Всю вечность играть в эту игру. И закрываем глаза. Я не знаю, вы видите, нет? Вот я закрываю. И хахалам-махалам, бам! Так. Скритычер зашел! Вау! Офигеть! Ну ладно, гоу-гоу-гоу, сыграем. Если я зашел, значит, в эту игру, значит, надо сыграть. Суждено. Так, закрыли. Закрыли. Что мы сыграем? Давай сыграем. Карьер-мод. Карьер-мод. Смотрите, тут очень много можно открыть сезонов этой, как бы, старой старушки, да? Мы остановились на торте. Мне писали в комментарии, что мы должны как-то замазать... ту, помните, как называется, петарду. Вот чем-то замазать ее, но я не знаю чем. Сейчас мы глянем. Какой вкусный торт. Да, да, очень ями, очень. Так, открывай, хорошо. Самое, что ни о чем, это управление. Очень такое тяжелое. Что? У меня вопрос. Что тут ёшкин кот делает? Две лестницы. Не знаю. О, может так забраться, прикольно. Посередине их, да? Открывай. Давайте найдем петарду. Петарду находим и быстренько ее чем-то обматываем, чтобы она выглядела безупречно. Вы понимаете? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому вам не надо объяснять. Вы же умные ребятишки, правильно? Вы гении, друзья. Запомните, вот вы гений. Вот именно ты, кто смотришь, ты гений. И не забывай это. Оу, ще... Тихо, хорошо. О, блин, чуть не попался. Я тебе покажу, что такое ловить меня, внучка. Покажу. Yes. Нашел петарду. Забираем ее. Чем ее замазать, эту петарду? Точнее, закрутить. Чтобы она выглядела довольно-таки интересно. Понимаете? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? You know what I'm saying? Давай, заходи сюда быстрее. Хорошо. Так, это что такое? Снова, что ли, петарда? Да ладно, еще одна. Может быть, клеим? Не, не хочешь? Не, не клеим. Навряд ли клеим, потому что слишком как-то банально, да, звучит? Клеим. Ха, клеим. Ну ты даешь, конечно, молодежь. Так. О, тут у нас фонарик. Ладно. Не, фонарик нам не нужен.
Так, ищем. Ищем, чем можем закрыть, замотать нашу петардочку. Ищем. Просто ищем. Так. Тут ключ у нас? Не, ключ не надо. Не надо мне ключ. Пожалуй, спасибо. Значит, у нас на первом этаже что-то должны сделать, да, по-любому? Если на втором нет, то на первом. Давай. Открывай. Тоже ничего. Я уже вот сколько играю, так и не понял, что я должен сделать. Обрезать? Да не обрезать. Что за бред? Ха! Скажите, дурочек, что ты несешь? Какой обрезать? Ха. Так, смотрите. Зеленый ключ, тоже бесполезный. Торт у нас тут валяется, он тоже не нужен. Так, что у нас тут? А тут? Окей. Смотрите, вот тут есть какие-то эти... Ну-ка, а если... Ну вот, торт, да? Я вот взял торт. Я не знаю, может быть, поменять надо этот торт? Вообще без понятия. Так. Давай сходим. Да, попробуем поставить, поменять, не знаю. Так, давай. Какого? Бабуля-то, ты чё там... Чё она там делает? Совсем, что ли? Так. Блин, как бы замотать, да? Не знаю. Вот не знаю, как это делается все, друзья мои. Этот уровень какой-то сложный, хотя я его, помню, проходил. Так. Я вот поставил «Make it look like the candle». Как это сделать? Как? Не знаю просто. Так. Ты серьезно? Да ладно, вы шутите? О май гад, я прошел. Просто надо... О май гад. Я не знал. Я просто не знал. Давай, бабулита, быстрее. Мы тебя ждем уже долго. Если ты не знала. Давай, двигай задом. Что? Что? Я за... Да ну, эта игра странная. Закрываем глаза. Эта игра странная. Блин, и... Бам. 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 И бам. Ес, куда ты зашел? Куда я зашел? Чего, блин? Чувак, нафига ты вообще тут мне нужен? Толстенький. Что? А? Ну ладно, давай выберем вот это. Ага. Как его зовут? Я забыл. Тед, да? Продолжение отсутствует. В смысле отсутствует? Я хочу тебя ударить. Как мне это сделать? Так, о. Да убери ты свою вонючую эту. Молодец. Эй, hello. Эй, hello. Подпишись на канал, лайк поставь. Или может не поставь. Подпишись на канал, лайк поставь. Или может не поставь. Так, тебе звонят. Поднимать руку. Мэм, hello. До свидания. Yeah. Ты дебил? Чё смеешься, ты дебил? No. Нет, да, значит. Ну ладно, пока. Пока, говорю. No. Да я сказал пока. Да он смеялся надо мной. Пошёл вон тогда. Оу, как тебе не стыдно? О, фасоль. Фасоль. Издеваешься, что ли? Капец, он потребитель. Так, это какой-то лимонад. Держи бабочки, держи. Капец, я могу игру сломать, так. Вот, мы Тома сыграли. Давай, закрываем глаза. И бам. Вот эта сторона. И вот это. Пожалуйста, ну зайди в игру какую-нибудь. О, зашел куда-то. Да ладно! В эту игру зашел! Цунами! Это моя из любимых игр. Понимаете? Аркадных игр. Одна из любимых. Так что мне повезло. Побежали. Сейчас попробуем побить наш рекорд. Рекорд в том, что мы соберем очень много зомби. Хап, схавали. И раз. И два. И три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь, девять, десять. Отлично. Блин, у нас три. Так, тут восемь. Тут надо прыгать. Хорошо. Так. Давайте. Бам-бам-бам. Ой, серьезно? Так просто? Пожалуйста. О май гад.
О, подожди, что? Вау! Я это нажимал разве? Ладно, давай дальше играем. Давай дальше играем. Я уже расстроился. Оказывается, можно было заново сделать. Блин, перфект не сделал. Так, прыгай. Прыгай. Нет. Ты чё так распадывает это всё? Падает. Это не есть хорошо. Прыгай. Ой, земля из-под ног. Земля из-под ног, друзья. О, комбо-вомбо. Офигеть. Вот это мне нравится, слушайте. Ха-ха. И прыгай. Блин, просрал троих. Цунами. Баллон. Окей, баллон так баллон. Че, он может всех хавать, да? Нет? А в чем прикол баллона? Я не понимаю. Вообще смысла нет баллона. Но мне кажется... Ой, как смотрите, как я прохожу. Ой-ой-ой-ой. Это замечательно. Не, баллон, кстати, интересный, потому что мы... Ай. Мы не попадаемся, да? Как бы этот, знаете... Под землю, да? И мы выживаем. А-ха-ха. Блин, это было чёшка. Это было жестко. Это было жестко. Так. И раз. У нас сегодня фри день, друзья. О, нет. Фри день. Закрываем глаза. Закрываем и... С помощью тыка бам. С помощью тыка бам. Зашел? А, нет, не зашел. С помощью тыка бам. С помощью тыка бам. Эй, какого... Что я сделал? С помощью тыка бам. 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 Yes. Куда ты зашел? Не знаю. Айскрим? Я в айскрим зашел? Серьезно? Я не верю в это. Да ладно, вторую часть зашел айскрима. Тяжелая, поехали. Поехали, тяжелый уровень. Оу, да. Ностальгич, друзья. Не играй со мной, вонючий мороженщик. Да. Мы должны спасти нашу лис. Срочно. И без всяких сомнений. Так, тут у нас ничего нет. А, у нас же кровать же надо заправить. Вот так вот, хоп. И спуститься вниз. Давай. Давай спускаемся. Хорошо. Вот. Так, у нас тут есть мэп. Мы забираем мэп. Открываем это. Тут, кстати, оружие не надо ничего ставить. Это хорошо. Кинотеатр, поехали. Посмотрим в кинотеатр, что у нас там интересненького. Так, я уж точно забыл, как это выглядит. А, вот. А, отлично. Вот и наш кинотеатр. Такие вот машины. И точно, я вспомнил. Я вспомнил, как выглядит эта игра. И это довольно-таки хорошо. Согласны? Так, что у нас тут сзади дома есть? Ну-ка, давайте глянем сейчас. Сзади дома у нас... Сзади этой, точнее, этот, экрана большого. Ха, интересная конструкция, друзья мои. Интересная. Ладно. Довольно-таки прикольно заходить в старые, добрые, легендарные игры, друзья мои. И это очень классно. Так, можем под этот прятаться? Не можем, да? Хорошо. Ладно. Так, все. Вот. Ладно, в айскрим зашли, значит, еще раз закрываю глаза. Все, вот. И бам. Так, девелопер. Это что, Гренни? The School, Слендерина, о май гад. О май гад. Медиум, поехали. The School, офигеть. Как мне повезло. Подожди, сейчас я сделаю кое-что интересное. Нам нужно просто поменять атмосферу. The Schoolчик. О да. Вернулись мы в Слендерину все-таки. Кто-то ждал, помню, Слендерину. А кто-то не ждал. Ну, эта игра интересная. Вот это вот The School. Тут саундтрек прикольный и сама игра, то есть... Собираешь какие-то ключики, знаешь. Собираешь всех подряд. Ой. Тихо. Слендик, тихо, успокойся. Так, у нас вот аптечка, не будем использовать. Будем искать предметы. Предметы, которые нам нужны. Так, тут ничего. А, ключ. Хорошо. Нашли мы ключ в один прекрасный день. И пытаемся выйти из этого подвала. Хотя это не подвал, это школа, да, заброшенная, блин. Тут никого нет, почему? На карантине, что ли, все? Слендерина, ты мне ответишь? Нет, сегодня. Почему никого нет? Где все ученики?
Кстати, давайте напишите секретные комментарии. Хотите ли вы в школу? Давай, пиши. Пиши прямо сейчас. Только честно. Хочешь ты ли школу или нет? Хотя сегодня же каникулы, что я несу вообще? У нас же каникулы. Но! Все же! Хотите ли вы в школу или нет? Пишите комментарии. Все же. Потому что каникулы и так далее, может быть, кому-то надоели уже они. Хотя, кому я вру, блин? Блин, никому не надоедает каникул, мне кажется, правильно? Блин, а где еще? То таких вот болтов мне нужно найти еще 7. Где их искать? Хороший вопрос, да? Потому что Слендерина сейчас меня будет охранять тут. Будет каждый раз выходить перед моей рожей. Фух, ладно. Ай, я не закрывал дверь, не врите. Так, у нас такая кухня. Ну, в этой школе такая все, знаете, посредственная кухня. Ничего нового. Мишка! Мишка! Я могу с ним ходить, смотрите. Это прикольно. Это реально круто. Вот только не знаю, куда его поставить. Тут что-то забыл я уже, друзья мои, забыл. Давайте пойдем на второй этаж. О, я вижу. Один болтик. Забирай. Хорошо. Открывай. Отлично. Да тут ничего нет, ё-моё. Открывай. Кей использовали. Хорошо. Так, Мишка, может тебя сюда куда-нибудь запихнуть, чтобы там сидел всю вечность? Вот... Порой мне бывает жалко в играх, да? Таких вот персонажей, таких вот мишек всяких. Почему? Потому что они навсегда остаются в этих играх. Понимаете? Навсегда, на всю жизнь. Фух, это интересно. Вы просто представьте, что эта игра осталась на всю жизнь. То есть пока вы вырастете, пока вы станете старым, там, не знаю. Эта игра до сих пор будет в плеймаркете, мне кажется. По моему мнению. И это не удивляет ли, друзья? Удивительный факт, да? Да, мне кажется, реально удивительный факт. Так, открываем каждый шкафчик. Каждую щель будем проверять. Нельзя его пропустить. Как в фильмах говорят, да? Нельзя его отпустить, этого ворюгу. Каждую щель, каждую деталь. Здорово, Сэнди, hello. Где что-то? А, блин. Не-не-не-не. Пожалуй, я все-таки выпью это, да? Бам. Все, пошла вон. Пошла, я сказал, вон. Хорошо. Мишка, ладно, давай попрощаемся, пока. Короче, игруля интересная, довольно-таки, вот Слендерина. И реально крутая. Закрываем глаза. Я вот закрыл. Так, наверх, вот все закрыл. Пам. Так, пам. Куда зашел? Rescued cute? Rescue cute? Или что это? Run! Oh my god! Зашел в эту угарную игру. Побежали! Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Беги-беги-беги. Ой, хорошо-то как. Ой-ой-ой. Молодец какой. Еее, финишин. Просто финишин, друзья. Просто финишин. Побежали, пляж. Беги просто. Давайте попробуем так просто бежать, да? Ау! Блин! Ребятенок меня поймал. Короче, друзья, надеюсь, вам понравился вообще этот ролик. Хотите ли вы такой вот очень редкий формат? Ну, как бы я буду в неделю один раз такой выпускать. Free формат подборок игр. То есть такие вот очень крутые вот, смотрите, укомплектованные как бы версии. Смотрите, вот все игры абсолютно. И еще можно будет вот так вот подвинуть и еще вот по этой версии играть, да, все игры. Вот по этой версии. Короче говоря... Я решил сыграть вот в этой версии. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. С вами был я, Игорь Кудров. Всем удачи, всем спасибо, всем хорошего. Делайте добро, ставьте лайк и не делайте зла. Не забудьте подписаться на канал. Все. Всем пока-пока-пока.